Так, я думаю, стоит продолжить, друзья мои. Кому нужна конкуренция, если качественный товар уже есть? Сэр и мадам. Эй, эй, мистер, мы вам поможем. Чё там было написано для цветных... Для цветных ирландцев. Как интересно понять. Так. Ой. Так. Так, так, так. Все, идем дальше. Смотрим, что тут у нас. Так. Ну, одинаково идет. Ладно. Будем смотреть, что тут. Да, смывать надо за собой. Так, ну здесь вообще ничего нету, по-моему. Ну вот, что-то я сожрал там. Ах ты. А-а-а! Соли кончились. Что происходит вообще? Так. Ну, что происходит? Что, солей нет, что ли, совсем? Да вы чего гоните? Вы знакомы? Там на лотерее вы... Без вас мы бы не выбрались. Так. Дальность рукопашной атаки 3х. Так, показать сравнение. Рукопашный может сбить противника с... ног. А у меня же горит, горится там, горит. Чувак какой-то нам не написали. Так. Аж. Дейзи верила, что придет кто-то вроде вас. Вам нельзя здесь находиться, сэр. Идите своей дорогой, а то у нас обоих будут неприятности. Пошел ты. Так. Лжи ты. Ничего не видишь. Город наш. Сэр, прошу вас. Если вас здесь найдут, на меня все шишки посыплются. Ой, да ладно, не парься. У меня он нормально все. Так. Господа, у вас ничего нету? Не, у них вроде ничего. Думай, как вы ведете себя среди лучших. Среди лучших. Все ясно. Орел. Подержи у себя. С удовольствием. Так, есть ничего. Так. Серебряный орел. В натуре. Так. Так, 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 так. Ну давайте осмотрись. Предложить освежающий напиток, сэр. Плюс соли. Спасибо. Ух ты, нифига ты вдул там. Сколько? Так, ладно. Напитка, я имею в виду. Что же еще вы могли подумать? Монетка. Кто-то обронил монетку. Подходите, подходите. Сфотографируйтесь с отцом нации. Он срубил вишневое дерево. Он переправился через Делавер. Он преклонил колено пред Колумбией и получил в дар меч. Подходите. Так. Выкажите уважение своему. Нам туды. Так, нам туды, значит. Значит, тут сюда сходим. Только для белых. Обалдеть. Так, ладно. Как я не заметил. Хорошо. Она влипла. Что значит влипла? Ого, сколько всего. Почему для цветных один туалет, а для белых другой? Так принято. Это какие-то излишние сложности. Подожди, для каких цветных? Я думал, для черных негров имеется в виду. Или для каких цветных? Так, и что типа нам куда? Нам назад. Значит, сейчас сюда зайдем, посмотрим, что тут у нас.
А если у нас что-то ни хрена нету? А, здесь курительные комнаты, видимо. Так. Нет, одно дело бегать со всеми подряд симпатичными девчонками. Но маленькая Мэри Маккарти, а это ужасная Эмма. Маккарти. О! Надеюсь, ты не думаешь, что я пойду с тобой? Так. В детстве у меня был пес. Мужской туалет, что ли? Он мне был верным другом. Перестать мы его кормить, Билл остался бы верен. Ударь мы его. Все хорошо. Чернокожие покажут такую же преданность, и тогда мы позволим им занять место псов. Вот чернокожий. Здесь есть. Что-то он какой-то. Ты хочешь, чтобы нас арестовали? Используют раковину. Так. Максимум солей. К чему-то нас готовят, что ли? Или почему так солей много? О! Забавно. Интересно, а там я ничего не пропустил? Ну, не знаю, неохота возвращаться. Ну, можно, в принципе. Так, все, да? Или не все? Ну, вроде все. Сейчас еще глянем. Да стой сколько хочешь. Во! Ну, говорю, тут ничего ценного в основном, так что если даже я пропущу, не обидно будет. Так, там что-то нельзя пройти. Все, идем дальше. Погнали. Побыстрее, господа. Да, здесь написано туалет сюда. Сюда, хорошо. Идем дальше. Осматриваем все, что здесь есть. Все. Все интересное. Все самое интересное, все самое нужное. Так, вот этот чувак не против, если я сюда пройду? Я думаю, нет. Аннабель? Простите? Аннабель, это я, Эстер. А, нет, я не Аннабель. Уверена? Я Элизабет. Мы знакомы? Элизабет? Какое красивое имя. Как-то странно. Последний посетитель. Парк закрывается. Слышите, парк закрывается. Хорошо, хорошо. Ох, извиняюсь. Ботиночкам не помешала бы чистка. А я как-то и не обратил внимания. Так, ну все. Дождь, что ли? Лучше дождь, чем снег. И то верно. Аккуратно только, ладно? Раз вы так торопитесь, идите вперед. Идем. Так, подождите, надо что-то посмотреть еще раз. Так, а я здесь был, да? Нет, я здесь не был. Ну, у нас всего дофига, я смотрю. Ладно, погнали. Подержи у себя. Лови. Как ты так быстро сюда подбегаешь? Я не пойму. Ну-ка. Вот еще. Я надеюсь, вы не возражаете. У вас есть капуста? Капуста? Так, гондольная станция. А вот гондольная станция, кстати. Сколько? До которой нам, по-моему, говорили добраться, что ли? Так, если я возьму? Не, нельзя. Есть ничего. Не знаю. Так. Он, похоже, вооружен. Кто, я? Да. Так, что тут еще есть? Так, так, так. Ну, здесь пусто вроде, поэтому... Сейчас так вот пробегусь, еще гляну глазами. Так, 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 ну... Аптечка максимум. Ладно, идем дальше. Дайте два билета на первую леди. Это он говорит. Да, одну минуту. Так, вот у него там улучшение, смотрите. А как же пропустить? Приятель. Или как туда попасть? Понял. Я перезвоню, как все устанавливается. Не нравится мне это. Высылайте птичку. Мы готовы начать. Извиняюсь, мне нужна помощь. Да, сэр. Простите, что так долго. Что вы делаете? Хватайте ее! Не трогайте меня! Так и знал. Подстава какая-то. Ну-ка посмотрим. Ну-ка давай, давай. Вэ! Эй, щит, щит. Отойдите от меня!
меня! Выпусти ты меня! Выпусти ты! Элизабет! Не подходите! Погоди, я не понял. Эй! Открыть огонь! Чё? Не понял. Почему они... А, они горят. Где еще? Ну-ка, ба, голову. Ба. Эй. Элизабет! Храниловка. Так, пушечки. Если бы я достал пушку, у меня бы с рукой все нормально, наверное, было. Сразу я имею в виду, если бы достал. Так. Ну, тут, кстати. А, ну. Тоже неплохо. Так, а нам туда. Ну, значит, сейчас здесь посмотрим, что тут у нас. Так, голософончик. Момент настал. Лжепророк уже здесь. День был предсказан не точно, но в главном пророк не ошибся. Нашу особь надлежит взять живой. Если она погибнет, за нами явится птица. И тогда нас всех ждет безымянная могила. Это была сигарета номер 6. Ожидание тянется бесконечно. Какая сигарета номер 6? Так. Идем дальше. Так, ну можно пушку поменять. Ладно, идем. Под музычку. Так, 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 так. Где она? Глянем. Господа. Прекрасно. Так, а мне знаете что? Непонятно. Вот тут, наверное. Да, вот это место. Прежде всего, тут надо все очень, очень внимательно смотреть. Так, сахарная вата, аптечка нам не влазит уже. Это сообщает о том, что мы круто с вами проходим. Ну, либо то, что пока что противников мало. Ладно, идем. Качаем. Что качаем? Давайте. Так. Направо выбор. Мне уже лучше. Щит. Щит. А, ну хорошо, хорошо. Так, серебряный орел. Хорошо, что у нашего главного героя очень толстый кошелек. Однако. Так, здесь у нас здоровье. Так, это у нас... А это нам не нужно. Сигареты. От них особой пользы нету. Только соли немного прибавляют. Сменялись месяцы и годы, и мало-помалу те, кто заседал в Конгрессе, вступили на путь так, истинный. Вот так, благодаря человеческой смекалке и долларам из Вашингтона, свершилась Божья воля, и Колумбия вознеслась над Содомом под нами. Смотрите, у нас почти 1000 уже. Еще 8 монеток и все. 1000 серебряных орлов. Вот. О да. Ой, 2000 я хотел сказать. О да, очень круто. Мы их не тратим с вами практически. Так. Да просто, это? Просто стой! Стой, где стоишь! Так, Элизабет, сейчас я подойду, подожди. Отойдите. Эй, от меня. Давай назад! Что за звуки там какие-то? Непонятные. Так, это соли максимум, да? Да. Так, что она там делает, интересно? Такого, что... издает такие звуки. Ладно. Идем. Что за звуки?
Так, вот этой штукой я к ней не подошел. Сил нет. Надо было рычажок, наверное, нажать. Кнопочку. Вы же... Их убили они. Они все мертвы. Вы убили этих людей. Элизабет, я... Вы чудовище. Да нет. А как ты себе это представляла? А? Что? Ты понимаешь, сколько времени и сил они на тебя потратили? Думаешь, они просто так тебя отпустят? Ты для них капиталовложение. И пока ты не уберешься отсюда куда подальше, тебя в покое не оставят. А что? Что им от меня нужно? Не знаю. Но в следующий раз я точно буду стрелять первым. Чуть тебе башка какая-то здоровая по сравнению с остальными частями. Дайте мне руку. То, что там произошло, это только начало, да? Не знаю. Все. Хорошо. Полагаю, мне придется к этому привыкнуть. Кстати, я читала кое-что о медицине. Я попробую достать. Можно назад, кстати, да, я так понимаю. А если будет совсем плохо, сделаю все, чтобы ты не умер. Не понял. А если туда? Ну, все правильно. Ладно, погнали заниматься своими делами. Я имею в виду осматривать тут все. Оп. Монеточки нет, ничего тут нету. Да ё просто. Посмотрим. Здесь у нас бананчик, монетки. Идем дальше. На ту сторону, точнее. А в линк, что там было написано, я не понял. Так. Теперь здесь надо смотреть. Что такое? Птицы, что ли? Подвешенные? Что-то непонятно. Нашла деньги. Вот, держи. Коряво нарисованы. Так, ну, дробовик можно взять, конечно. Не знаю, стоит ли. Так, ладно, не будем терять времени, но все равно я буду сейчас терять, о чем я говорю. Все равно я буду осматривать тут все, оценивать, так сказать, обстановочку, заниматься привычным делом, короче говоря. Так, 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 здесь у нас вход, здесь нет выхода. Давайте покинем. Солдатское поле. Друзья. Мне кажется, здесь будет мясо. Да, выхода реально, походу, нет. Ну ладно. Чё за лаги начались? Автоматик здесь какой-то, можно посмотреть, что там. Запретные двери какие-то. Так, держите еще 5 минут за то, что вы играли в Industrial Revolution. А, что-то я, по-моему, ни во что не играл. Может, во что-то сыгранул сейчас. Так, удлинитель обоймы. Во, какой-то новый автомат. Емкость обоймы пистолета увеличивается на 50%. Здорово. Теперь 18. Почему на... А, ну да, на 50%. Так, нам туда, значит, сейчас мы глянем, что у нас здесь. Солдатское поле. Пророк построил его в 1903 году. Так.
Вот это леди наука. Короткий фильм здесь. Очень короткий. Это место призвано приучить детей служить родине. То есть служить в армии. С детства наставь человека на правильный путь, и он не сойдет с него даже в старости. Это ты придумал? Так. Отлично, господа. Кстати, там только пистолет увеличивает обоим, да? Да. Так. Может, там что-то есть под лестницей? Но я не знаю. Кто сказал? Ха. Никого не буду оставлять здесь. Букер, смотри, там замок. Я вижу. Так, а что там у нас? Ну-ка, сейчас пойдем туда, там вон. Какие-то штуковины. Для нашла деньги. Улучшения. Лови. Где ты находишь? Я что-то тут вроде все осмотрел, а ты что-то откуда нашла. Ладно, идем. Заперты. Элизабет. Нет проблем. Тут внизу перевод в тексте немного другой. Так, серебряный орел. Уже не влазит. Даже что влазит, конечно. Боеприпас как-то влез. Потратил, наверное. Еще. Карабин. А, карабин. Это, видимо, какое-то другое оружие. Может, оно здесь есть? Так. А что, если нас тут кто-то найдет? Скажем, что искали туалет и заблудились. И нам поверят. Сомневаюсь. Мало ли, да, туалет отмычкой открыть. Так, тут сейв. Нужно 5 отмычек. Да я не знаю, зачем. Блин, сколько тут всего? Как Dead Space с дверью с силовыми узлами. Все было просто. Работа изнурительная, но не сложная. Выжать белье, подмести пол. Ха. Леди Комсток даже иногда снисходила до похвалы. Я так глупая думала, что и для меня в их мире найдется место. Ха. Господь сотворил глупых девочек, чтобы ему было над кем посмеяться. Давайте посмотрим, что там у нас. Слитки, вот наверное, какие-то. Старый замочек? Да блин, я его карабином расхреначу. Или... 270 орлов. Что так мало? Опа, а как там казалось Букер. Уже? Так, что качаем? Давайте вот это посмотрим еще. Щит. Но он не намного увеличивается. Вот, держи. Ну, докачаем щит до... того размера, который будет у нас как и здоровье. И будем качать соли. Так, ладно, не будем снова терять ни минуты. И отправимся дальше, господа. Так, только вот здесь надо глянуть. Серебряные еще орлы. Так, 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 там я вроде бы был. Да. Отлично. Не понял. Ворота закрылись. И как мы собираемся попасть на дирижабль? Вот так. Я попробую вот так открыть. Че, серьезно, что ли? Нажимать ничего не надо. Жокей. Ваше личное электричество. Кто-то изобрел свое электричество. Оно же еле работает. Шок Жокей. Какие-то новые соли, видимо, да? Раз здесь автомат для распыления стоит. Курнем, господа, солей. Отлично. Солдатское поле. Вот она, первая леди. Похоже, она отправляется в док. И на ней мы улетим в Париж. Да. Держись даже рядом. Да, мистер Дэвид. Зови меня Букер. Ладно, Букер. Ну, идем гондолей или еще погуляем? Думаю, в таком месте найдется масса полезных вещей. Ну, раз она сказала полезные вещи, значит. Б.
безусловно, останемся, господа. Так. Покупайте сахарную вату. Сахарная вата. Так, а нам прямо, значит, не будем доходить до какой-нибудь там... А то сейчас дойдем до контрольной точки, да? Мне этого неохота. Я еще тут хочу осмотреться. Так. Ой. Да, вот я еще не был. О, да ты что? Летать тут нельзя. Может, хотели с тобой познакомиться? Поучиться у тебя искусству взлома. Но почему тебя? Я вообще ничего не знал про это место. А я думала, внизу про Колумбию все знают. Видимо, я слегка отстал от жизни. Наше ледяное мороженое просто чудо кулинарии. Может быть... Забрела, вот заходить нельзя, сэр. Попробуйте. Смотрите, а если... А если сейчас... Эй, это мое, не трожьте! И когда я прибыл в Вашингтон, мало кто в Конгрессе разделил мое видение Колумбии. Но такова доля пророка. Один серебряный орел, что ли? За руку и направлять их на путь истинный. Ибо что я такое, как не зеркало, чтобы отражать лик Божий? Да кто, кто? Че, прилетели, что ли, кто-то? Бляха-муха, началось. Так, один, два, три, четыре, третье. Эй, с первого раза гасит. Бах-бах. Честно, а их тут бесконечное количество будет респаумиться? Так, финитоскоп. Посмотрим пока. Вот эта птица. Это что? Это НЛО. Это самолет. Обалдеть. Ладно, идем дальше. Так. Соули. Да, здесь что-то ничего я не вижу. Бах. Ой. Ну и можно было казнить, в принципе. Ну, Элизабет уже не воз... Кстати, там была функция, а на убитых противников можно будет находить на 40% больше ресурсов. По-моему, так. Ну, ценностей, скажем так. Смотри, умник и дурик. Ну ты что? Мальчики и девочки, не будьте дуриками. Как это можно не знать? Думаю, леди Комсток. Колумбийская. О, как я любила эти сказки в детстве. Правда. Так, аптечный набор соли и боеприпасы для пистолета, пулемета и карабина, дробовика. Я не понял, у нас что, еще и пулемет есть? Нашла деньги. Надо всегда подходить. Спасибо. После минуты молчания в память о жертвах сегодняшней трагедии. Чё, статуя упала или про что вы? Так, что отмычка. Что делаешь? Отмычка, значит, где-то я, дверь, скажем, нет? Я, скажем, свободный художник. Раньше работал на... Нет, спасибо. О таком в резюме лучше не писать. Агентство Пинкертона. Это они улаживали дела во время забастовки? Можно и так сказать. Да. Я бываю очень невнимательный. То есть, я бегаю, осматриваю, а потом в итоге на видео могу обнаружить, что... Если вдруг посмотрю видео, например, то... Могу обнаружить, что я что-то пропустил. Так. И очень это что-то... Это очень... Так, а мы здесь были, что ли? Не пойму. Не, мы здесь не были. Это какая-то библиотека. Здесь нет ничего с книгами, они какие-то растянутые. Так, ну, господа, здесь ничего нету, так что можно топать дальше. Так, секунду.